Мне просто интересно, вчера или сегодня, когда вот уже движется, и было ли у кого-то чудо какое-то, вы получили что-то, было ли у кого-то что-то, что вы уже получили еще до молитв, до чего-то в атмосфере? Если у кого-то было, поднимите руку, если кого-то, что у вас? А ну быстренько идите сюда, расскажите, девочки, что у вас было. Мне просто интересно, просто Дух Святой. Обычно, поверьте, этот весь религиозный формат нужно сломать, что кто-то возложить руки должен. Выйдите сюда, выйдите сюда. Интересно. Аллилуйя. Что у вас? Ну, вообще мы приехали из Питера, да. С Питера, да? Да, да, да. Вот. И, в общем, почти сутки добирались. И едем в поезде вообще как-то кругами какими-то непонятными из Бадена, да. Ага. И уже ночь, 11 часов, и мы вообще не знаем, куда нам идти. И говорим, садимся на поезд, там, оказывается, пересадка в Майнце должна быть. Но нигде этого не написано, и нам, ну, не сообразить. И мы забегаем в поезд, вроде тот поезд, все, нам говорят, нет, не едет Манхайм. Мы выбегаем, к другому прибегаем. Вот, ну, натолкнулись там на какого-то парня уже в последнюю минуту, он говорит, Майнце пересадка. Ну, и он закрывается дверь, и все, мы едем. О, слава Богу, вот, а что дальше? Ладно, в Майнце выходим, через минуту отправление. А куда бежать, непонятно, одна минута разница между поездами. В общем, мы там по рельсам, по шпалам забежали. Вот, и приезжаем сюда уже вообще ночь, ну, молимся, Господь, дай нам ангелов, чтобы куда-то нам ночевать, потому думаем, что... надо, чтобы, ну, хочется постель, душ, и... а Яна говорит еще, ну, за 10 долларов, евро верни. Да, вот, чтобы было так дешево и хорошо, вот. Да, и Господь просто, сестер, они вообще... ездили на такси, взяли главное такси, они уже здесь были, вот, и не знаю, почему они как-то так не поехали домой, в общем, вышли, стоят на мосту, я говорю, ну, пойдем у них спросим, куда идти нам вообще хоть как-то, и они тоже к нам идут навстречу, они говорят, ну, мы тоже сами ищем, но у нас есть в отеле одно место, вот, и, ну, там, получается, что так и вышло, что 10 евро, и все, и они нас довели, и говорят, мы сами не знаем, почему мы здесь. Аллилуйя, спасибо, садитесь.